Так, ну что, господа присяжные заседатели, заседание продолжается. Командовать парадом буду я. Вот такой мотоциклет, опять же, китайский. Как он называется? Зум. Ну да. Вольф. СБ-250НИ. Вольф Вок, по-моему, да. 250 кубов. Инжектор с охлаждением воздушным. 2 года надо. Тут и водяным, каким воздушным. 2 года назад почти 200 тысяч стоил. Вот так вот эта задняя часть тут. Это опять китайский пластик, трубка, но номер уже лопнул. Ты бац. Ну что это вот такое? Ну, там хоть и железочка-то есть, да? Вот какая железочка-то и держала, а вот эта часть, эти уши на пластмасске, соответственно, здесь держит, это дребезжит, тут отломит, тут лопнуло. Так, гидравлика тут у нас тормоза, вот такой движочек, жуткая вещь, одни датчики, проводочки, кошмар. Почти 200 тысяч, ну сколько, 180 тысяч он стоил тогда. Это защита, конечно. До первой ямы. Это чисто городской. Ну, как мне сказал хозяин, до 140 разгоняется. 250 кубов, 25 лошадиных сил. Такая оптика. Что тут у нас? Обычная лампочка. Как всегда, вот тут пыночка бы не мешали. Мощный тормоз, что тут, суппорт. Такая тарантайка. Сейчас я уберу. Шлем, говорят, нельзя класть маск на землю. Плохая примета. Так что вот. Зеркала. Так, это у нас что тут? Путики такие. Вот у нас самое интересное. О, заработал инжектор. Приборка. Вольтметр, километраж, уровень топлива, часы, нейтраль. Это, наверное, уровень охлаждающей жидкости. Это что-то с маслом связано. Поворотники, дальний свет. Такой зверь. Ну, это радиатор. Чудо китайской техники. Умеет же делать. Так. Ну, сделан так крепенько. Ничего пока не сломалось. Вызывает дяной хлоэток. Радиатор, тут расширительный бачок стоит. Тут все закрыто, кругом один пластик. А вот бачок. Чудно. Созреть. Без карбюратора. Там такая штукенция. Условно назовем ее карбюратором. Конечно, посадка специфическая, лежа на баке, не каждый смогет. Так, сколько пробег-то? 2300. Это вообще ни о чем, обкатка только прошел. Машина ЗВР. И недорого. Ну, конечно, этот, как его звать?
звонок поставили вообще не в каком-то месте, грязью все заляпается. Так что вот, у китайцев бывает чудо-техника. Вот пока только номер лопнул. А так вроде ничего. Супер мотоцикл, супер цена. Пол Явы современный. Супер зверь. Главное, желтый, его далеко видать. Это плюс. В общем, как-то так. Продолжение следует.